куда это Бонни наша едет. А, Бонни. Всем привет, ребят. Едем мы на прививочку. Сегодня у нас пятница, завтра мы уже уезжаем ночью. И сейчас у нас 10:30, у нас прием к врачу. Ванюся будут делать прививку. Взяла камеру и забыла карту памяти. Нормально, мог снимать. Пока я отвечаю, сниму с телефона. Моё. Поставили прививочку, надели нам ошейник от клещей, все хорошо, Бонни готова к поездке. Пошел папа покупать кое-что нам в дорогу покушать, и вон Бонни сразу волнуется, когда его нет. Ну хоть солнышко вышло немножко, а то было прям мрачно было. Сегодня наш папа работает, сейчас он поедет на работу и приедет в 11 часов, уже ночью приедет, но он постарается отпроситься хотя бы пораньше, может быть, так, часов до 8, потому что ему все-таки нужно поспать, отдохнуть, ехать долго, дорога длинная, вот. Ну, посмотрим, как получится. Так, сейчас мы отвезем хомячков. На, закрывай. Мне приснилось, что Рики-Кики перелез. Рики-Кики перелез? Ну, я захотела. Нужно водичку вылить, а то она разольется. Хомячков увезли, все хорошо. Они будут в целости и сохранности. А мы возьмем на борт скейтборд. Да, вот я еще хотела взять. Маргарита вчера ушла к подружке с ночевкой, и она сейчас придет, и будем потихонечку собираться. Что нам еще нужно сделать? Нужно немножечко прибрать, чтобы было чистенько. Сейчас мы будем кушать, обедать, я буду собирать сумки. В принципе, у меня все собрано, у меня вещи все приготовлены, но они лежат стопочками, кучкой, но я в сумку не складываю. Купили мы немножко еды с собой. Это Орео, печенюшки, конфетки. Так, это рисовые вафельки такие. Чипсики. Ну, папа, в общем, накупил всякого. Рыбка. Пицца. Это пицца. Мы сейчас будем делать. Супчик есть? Будешь суп кушать? Да? Так, это мы взяли попить. Пусть охлаждается, будет жарко. И все. Это пока что, я думаю, нам хватит в дорогу. Что мы с собой возьмем из лекарств? Так, Маргарита, это ты бородавку свою будешь сейчас прижигать? Так, это от комариков, от клещей, градусник, глаза, нос, если вдруг у кого-то аллергия, от кашля. Макс у нас что-то приболел как раз перед отъездом, это тоже от кашля. Это от температуры, так, это что, это масло для загара. Так, это у нас от комариков, от комариных укусов. Блин, было бы хорошо купить еще один, но... потому что там такого не продают. А там другой, там помнишь, тоже хороший? Хороший, да. Так, бипантен обязательно. Здесь у нас таблеточки от укачивания, да? Так, это девчонки выпьют потом. Так, здесь у нас пластыри. И все. Это все, это то, что нам нужно. Всякое бывает. Кто-то заболел. Вот Макс у нас кашляет. Найди прижигать свою бородавку. Здесь я подготовила вещи Максу и Каролине. Полотенце. Наша аптечка. Так, сандалики у него тут новые. Это полотенце, чтобы умываться. Так, здесь мои вещи. Папины вещи, футболочки, шортики. В этом платье я хочу поехать. Оно такое легенькое, свободное, чтобы было удобно ехать и ничего не давило и не натирало. Не было жарко. Вот. Куда надеваешь? Я тоже такие хочу. Угу. Прививочку сегодня получила. Куда? Где-то вот тут вот. Чуть выше, да, к спинке ближе. Я думала, ее будут тут сюда обычно делают, за холку. А сделали ниже вот тут где-то вот. Как она хотела всех покусать. И получается, два врача держали, и папа еще держал. У меня пока есть время, я буду делать ногти. Я себе уже начала делать маникюр. Угадайте, какого цвета? Зеленые или желтые? Желтые я выбрала. Но я еще думаю на второй руке сделать
Маргарита мне говорит голубым сделать. Голубым. Или персиковым. Или оранжево-морковный такой. Нет. А чё? Там есть один такой цвет морковный, оранжевый прям. Оранжевый-оранжевый. Он в большом тюбике, в черном. Больше всего я не люблю делать ногти на правой руке. Это просто получается ужасно и долго. Вот я сначала делаю на левой, а сейчас я буду мучиться делать на правой. Нашла? Нет. Там вот из этих тюбиков, из больших. Закончила с этой рукой вот такие вот желтые ногти. И на второй я все-таки думаю нарисовать. То есть не нарисовать, накрасить оранжевым. Посмотрите, вот такой вот морковный оранжевый. Такие красивые. Я думала, может быть, что-то еще нарисовать, но не знаю. Или так оставить. Так оставить. Хочу тоже. Желтенький. Это я смотрю дизайн. Я хочу вот такой, нарисовать. Я хочу вот такой. Я хотела нарисовать такой. Апельсинчик. Я хочу вот, вот на этом пальчике хотела апельсинчик, а на другом лимон. Вот я не умею так. Ты что, красиво так? Это не получится, наверное. Я хочу. Может, и получится. Ты там приготовила кушать уже? Ты что-то готовила, Маргарита? Да, можно. Да? Все, я закончила. С ноготочками. Такие вот получились. Оранжево-желтые. Нет, это бананчик. А, это бананчик, да. Это бананчик, а это морковка. Нет. Да? Нет. Нет? Какое время у нас? Время уже 8 часов. Через час вы будете ложиться спать. Ну же не ночь. Потому что вставать нужно рано. А когда ночь, ты будешь вставать и надо разбудить. Оранжевый цвет, по-моему, немножко старит руку. Что ты махаешь? Маргарита там что-то готовила. Ну-ка. Макароны, чипсы. Что с макаронами? Макароны. Ты их поджарила? Какую-то ерунду сделала. Это макароны! Это ерунда какая-то. Я лучше супчик покушаю. Вот. Футбол. Италия versus England. Рано вставай. Италия gewinnt. Это Италия. Это England. Это Италия. Мама, ты. Спасибо. Это собака стресс. Не надо делать ей стресс. Так, ну что? Все уже почти спят, только мы не спим. Спят младший и папа. Положи деньги. Это мы поменяли франки на евро. Так как в Испании только евро. Пойдем за лагпорт. Так, время у нас сколько? Время 12 часов ночи. Я еще хотела влог вот этот смонтировать, который я сейчас снимаю. Так, скейтборд. Ксюша берет. Это вещи все. Так, это обувь подготовили уже. Она говорит, да хватит, попей воду уже. На всю квартиру икаешь. Воду попей. Быстро пить надо. Быстро. Да вот, тут вот. Так, надо цветочки полить еще обязательно. Я, конечно, не буду деньги кидать. Так, я сейчас отнесу часть в машину. Да тише только. 12 часов ночи, мы тут шастаем. Могла бы помочь дверь подержать. Спасибо. Зонтики на стоянке стоят вместо машины. Сиденье нужно поднять. Я хотела, чтобы Каролина с Максом здесь сидели. Алло? А то кресло посередине положить. Вот это. Да, потому что кто сзади один будет ехать? Никто. Вот. А папа все положил. Маша, очень просто. Попробуй, мастер.
Что смешного? А как это так делается? Я не знаю, как это делается. Сейчас как сработает сигнализация. Упс. Я просто потянула. Как это сделала? Вот, я хотела вот так вот, чтобы вот это лежало. Маргарита, Ксюша, Макс, Каролина. Чуби. А Бонька со мной будет ехать? Нет, Чуби со мной будет ехать. Нет. Вот здесь вот такие вот два отсека. Можно их заполнить. И потом вот это вот так все закрывается. И сюда еще можно что-то положить. Все. Мы тут уже все установили. Места всем хватает. Ну, тут не видно, конечно, вам. А вот так вот. Вот. Здесь Макс, Каролина. У них достаточно, в принципе, места. Они тоже. Не пропылесосили. Можно же потом. Потом. Сейчас мы не будем шуметь ночью с пылесосом. Девчонки вот здесь вот будут сидеть. Все. Можно потом закрыть. Да. И все замечательно будет, ладно. Сейчас мы принесем завтра. И сейчас идем спать. Можно так сделать. Сколько нам еще часов осталось? Наверное, часа два. Я уже спать не буду. Я сейчас буду монтировать влог. Я уже не буду спать. Я уже потом в машине посплю. Ты вообще спать не хочешь? А, зонтик еще. Нет, это не надо, сумку. Нет? А вот эти вот зонтик. Нет, это не надо, я уже взяла. Ксюша, иди спать. Почему? Не хочу спать. Я не хочу. Все, ребят, буду я монтировать видео. Время почти час ночи. Пока сейчас смонтирую, загружу на YouTube. Время поставлю. Наверное, где-то на 9-10 утра. У нас уже не будет дома. Поэтому, если вы смотрите это видео, значит, мы уже в дороге. Всем пока и увидимся в следующем влоге уже с Испанией. Пока!